заведующий отделом администрации президента Азербайджана по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев прокомментировал сделанное накануне в Степанакерте заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна, назвавшего Арцах Арменией. «Нагорный Карабах – это Азербайджан. Нагорный Карабах – это историческая земля Азербайджана и ее неотъемлемая часть. Международное сообщество признает и поддерживает территориальную целостность Азербайджана, включая Нагорный Карабах», цитирует Гаджиева Интерфакс Азербайджан. Он также добавил, что Азербайджан не позволит нарушить свою территориальную целостность и присоединить Нагорный Карабах к Армении. Выступая накануне на митинге в Степанакерте, премьер Армении перечислил крупные задачи, которые должна решить республика до 2050 года. Никол Пашинян отметил, что в своей речи не упоминает Арцах, так как Арцах – это Армения и точка. Ранее Русарминфо сообщила, что в столице Арцаха Степанакерте прошел массовый митинг к открытию всеармянских игр, на котором с речью выступил премьер-министр Армении Никол Пашинян. Подписывайтесь на наш канал и пишите ваше мнение в комментариях.